Привет, очередное видео из серии «Как я провел выходные». И в этот раз я буду ремонтировать хлебопечку. У нас есть хлебопечка под брендом RTC, которую мы купили около 4 или 5 лет назад. Она верой и правдой служила все эти годы, но в последнее время она забарахлила. То есть по признакам, как будто привод рассоединился. Столкнулся с какой проблемой? Отвертка под пропиленное жало. То есть вот отверточка, и оно должно с пропиленного жала. У меня таких нету, и по магазинам, каким я пробежался, к сожалению, тоже нету. И я решил сделать отвертку сам. У меня есть одна вот старая отверточка. Я нашел 150 мм. Да, еще вторая проблема, что она длинная. То есть можно было простую отверточку, но у меня длинных их нету практически. Я попробую пропилить жало, то есть оно тут засевшее. Мы ее использовали как монтировкой в последнее время, ну там подковырнуть что-то, оно на видно убитое. Я попробую болгаркой пропилить. Тут где-то жало, оно 4,5 мм. Если не получится, я сегодня купил вот такую отверточку. Я их две таких купил с жалом 7 мм. И попробую с нее сделать. Как-то кривоватенько, но вроде получилось. Сейчас попробуем. Тут, конечно, очень такая забавная вещь. Куча болтов. Этот под шестигранник вообще. Там с пропилом. Здесь обычная, на обычную отвертку. Либо собирали, с чего было, либо не поймешь что. Все получилось раскрутить. Ну что? Шевелится, не? Вот один гад выпал. Вот он, демон такой. Ну, конечно, если удастся восстановить, мы его заменю. Надо шестигранник еще выкрутить. Вернее, тут даже не шестигранник, а звезда. Зачем, непонятно. Тут еще внутри, все видно, тут еще болты есть какие-то, ну сейчас мы... Болтик финальный. Очень простая система. Ну, с закручиванием и сборкой тут, конечно, наворочено. Не знаю, зачем это сделано, но факт остается фактом. Вот для того, чтобы отцентровать. О! Что-то куда-то пошло. Ага, вот здесь. Креплен тен. Это капец какой-то. Да, разобрал я эту хлебопечку. Что пришлось сделать? Открутить заземление, снять клеммы с выключателя питания. И здесь разъем с пульта управления, который находится вот здесь вот на крышке. Отсюда. И с трудом удалось снять. Тут такое кино выяснилось, честно говоря. Здесь дополнительные еще на этих стойках дополнительные наставки. Вот такого плана. То есть дистанционные. Вот так вот оно делается. Зачем это сделано, непонятно. Ну, видать, на унификации на несколько моделей. Тут стоит, на приводе стоит 100-ваттный двигатель. Асинхронный. И получается, привод тут не крутится. Вот кручу двигатель, а эта часть не крутится. Полностью болтается. Ну, сейчас эту панель еще снимаем. Тут тоже куча болтов.
Короче, разобрать эту хлебопечку целая история. Ого, все. Наконец-то. И смотрим, что у нас тут произошло. Ага. У нас тут все болтается. И что произошло? Ремень спал. А почему все болтается? Болтается вот эта ось. Ну, тут болтик, вернее гаечка. Сейчас попробуем его скрутить. Гаечка на 8. Короче, тут ремень. Крутимся, не? Спал ремень, а чё ж он спал? О, а тут не одна, что ли? При снятии шкива столкнулся с неожиданной проблемой. Тут у нас был болт М6, вернее гайка М6 закручена. Но выяснилось, что еще шкив вот с насечкой. То есть его еще закернили, получается, шкив. То есть он не скручится просто так. Ну и я принял решение просто взять, попробовать эту насечку чуть-чуть подпилить болгаркой. То есть не шпильку самого шкива попытаться не повредить. Спилить болгаркой, то есть ее немного ослабить. И попробовать уже спилить, когда металл будет ослаблен, и попробовать спилить. Ну, вот сейчас к этому и приступим. Ага, вот она. Даже это не насечка была, а гровер. Ну, еще. Снял. Получается, вот что это за ситуация. Втулка. Вот это с бронзового порошка. Или как она, графитная называется. Она просто тупо стертая. То есть поэтому она болталась. Была не на резьбе, а посажена вот на этом самом. Просто очень плотно. Ну, несколько ударов молоточком, все, решили весь вопрос. То есть сработалась втулка. Из-за этого болтался шкив. Искать такую медно-графитовую втулочку. Ну или вытачивать, заказывать, чтобы вытачили. Тогда вопросы все к токарю.